Что-то очень странное происходит на главной улице района Пера и Секаль. Нас уже задержала в этот момент полиция, служба безопасности, такая турецкая политическая полицейская структура. Что-то очень странное происходит на главной улице района Пера и Секаль. Тут огромное количество полиции, какие-то непонятные люди. Но полиции вообще реально много, и плюс вот какие-то водометы безумные стоят. Прямо броневики с какими-то ковшами. И вот группа молодежи с какими-то флагами. Вот мы даже не знаем, за что они тут выступают, да и, в общем-то, не только молодежь, но молодежи много больше, чем зрелого населения. Мимо туристы, прохожие, все как надо. А суть события вот этой всей манифестации заключалась в том, что какая-то часть, значит, турецкого общества протестует против войны в Сирии. Видимо, это и там какая-то часть турок, и какая-то часть сирийцев, эмигрировавших из Турции, из Сирии в Турцию. В общем, они выражали свой активный протест против участия в войне в Сирии самой Турции, как страны НАТО, и Израиля и России, что было написано на их транспарантах, которые мы, к сожалению, снять не успели. Значит, вот они очень акцентировали, что вот Россия и Израиль. И когда мы двигались уже в сторону нашего отеля, около российского консульства стояла усиленная охрана полиции, два броневика. В общем, они охраняли благополучие российских дипломатов. То есть, судя по всему, турецкое общество не очень благосклонно относится к участию России вот в этих сирийских событиях. Очень странная история. У них какие-то... А, так это сирийские флаги. Точно, это же сирийские флаги. Видимо, это протест против участия Турции в сирийских событиях. Но полиции реально в три раза больше, чем манифестантов. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Вот их огородили здесь каким-то заборчиком. İçeriden alıyoruz görüntüyü. Okay, okay. Okay. Siz çekiyorsun hala. Görüntü alacaksan içeriden al. Not speak Turkish. Okay. В общем, хочу прокомментировать то видео, которое у нас получилось. Там не совсем понятно, что происходит. Мы шли по центру Стамбула, улица Истикаль, и увидели вот эту манифестацию. Еще не поняв, о чем идет речь, и подойдя поближе, снимая это все действие, нас уже задержала в этот момент полиция, служба безопасности, такая турецкая политическая полицейская структура, которая долгое время пыталась понять, из какого мы издания, значит, на кого работаем и прочее. Но потом проверяли документы, выясняли, зачем мы это делаем и прочее, прочее. Но в итоге все обошлось благополучно. Полиция вела себя крайне корректно, предельно корректно, прям скажем. То есть никаких силовых приемов, никаких там, попыток отнять запись, прекратить что-то и так далее. То есть очень вежливо, очень корректно объяснили. Правда, прошли с нами в отель, убедились, что мы действительно в нем живем, и, в общем-то, ну, объяснили, что нежелательно подобные вещи. Да? Мы так до конца не поняли, можно ли снимать подобные мероприятия в Турции, но, судя по тому, что они происходят на улице, почему нет? Ну, видимо, их испугала наша камера. В общем, все в порядке, все живы, мы уже дома.